те в подвалах, те в школе. Дружим, да, не уеду отсюда. Это моя территория. Ты смотри, вот самое простое, вот я тебе покажу. Вот, все, все, везде разруха. Посмотри на это. Вот, глянь, красота. Буквально выехать пару километров. Сейчас отодвинули, но до этого была линия соприкосновения. Я просто знаю, до окружной отсюда, наверное, километра 2-2,5. И там линия соприкосновения, уже не знаю, насколько отодвинули. Ну, говорят, что хорошо отодвинули, но все равно слышно. Вы сюда тоже с гуманитаркой есть в отрыве? Да, да. Вот, что здесь живут люди в этих домах? Да, вот. Некоторые живут в подвалах, очень много где. Возим сюда, наша организация старается возить именно самые критически важные районы, и люди прям нуждаются. Несмотря на возможность эвакуироваться, они остаются здесь. Да, некоторые не хотят покидать, потому что некуда ехать. Некоторые, скажем так, если судьбой велено тут остаться, ну так, так и живут. К сожалению, так. Если мы увидим только местных, тогда остановимся. Что, хотите услышать? Да, хотим узнать, что это за район, можете сказать? Ну, это улица Бучмы. Угу. Что здесь происходило? Он очень обстрелян. Конечно. Ага. Можете нам показать, какие пострадавшие? Вот мы видим, что вот это здание, да? Ну, давай пройдемся экскурсией. Давайте, пройдите нам. Бучма 40. Какого числа обстреляли? Насколько периодично это было? Ну ладненько. Машинку хай уберет отсюда, развернется и поставит за плиты. А что, может прилететь? Конечно. Понял. Да. Все. С военными, с полицией работаем тесно. А вы чем занимаетесь здесь? Почему вы здесь обстреливают постоянно? Я вообще-то здесь 22 февраля. Смотри. Вот это. 26 февраля. Туда зашло две. Это что, были ракеты, либо это какая-то реактивная была? Непонятно, да? Вот это 2 недели назад, нижняя дырка. Ага. И вон-то. Вот это горелое, да? Это 2 недели назад зашло. Были люди здесь? Нет. Уже не было, да? Да, эвакуировали. Немножко, как говорится, занимался эвакуацией. Там старики у меня оставались. Ну, вышел на дорогу, остановил автобус с верующими, микроавтобус. Ну, забрали стариков. Скажите, а здесь живут еще люди? Нет. Ну, не конкретно в этом доме, а в этом районе. В этом, да. Угу. Ну, но они некоторые в домах живут? Вот живут. Ага, вы вот в этом доме, да? А вы в подвале или вы... Ну, в подвале иногда. Угу. Иногда, если потише. А это сейчас вот потише? А это нормально? Это нормально, да.